Максим, прошло сегодня очередное совещание участников городских футзальных соревнований. Ну, все ли вопросы, так сказать, получены на все ли вопросы какие-то ответы, есть ли какие-то? Что больше всего интересует, например, вашу команду и, возможно, тех, кто еще с кем общались? Ну, мы поняли очень серьезные нововведения по отношению к требованиям к форме, вообще к командам и к заявкам. Как бы уже все точки над «и» расставили, уже знаем, как надо себя правильно вести, чтобы быть допущенным к матчу. В принципе, нам все понятно, уже готовы, подкованы. Ну и ждете ли вы начала сезона и чего от него ожидаете? Ждем с нетерпением, как бы ожидаем хорошей борьбы, потому что видим, у нас по первой лиге команды собраны, в принципе, все равные. Очень будет интересный турнир. Ну, для себя будем биться за призовые места. Все-таки, забегая наперед, это вы сами участники, они не любят, конечно, этого вопроса, но кого вы выделяете среди фаворитов первой лиги? Вы уже сказали, что она ровная, действительно, но все же. Я обратил внимание, наверное, на команду «Эдельвейс». Очень понравилось по результатам летнего чемпионата. Ну, «Яско», как бы, это уже такой бренд локальный, винницкий. Посмотрим, как они играют. Это удивление, почему играют на первой лиге. Винница молодежная. Это, в принципе, много команд. Тяжело кому-то дать предпочтение. Смотрели ли вы высшую лигу и с чего от нее так можно ожидать в этом году? Вокруг это интереснее все-таки будет? Высшая лига – это высшая лига. Ну, чего будем ожидать? Возможно, появится команда, которая ставит достойную конкуренцию «Энергетику». Это реально, как вы думаете, «Тюнис»? Всегда реально. Возможно, дисциплина добьет класс, потому все реально. Спасибо большое.